Вітаю, в студії працює Яна Чеботаренко. Навчання – вузька чи широка категорія? Вкрай широка показав час карантину, коли понад 3 місяці діти та батьки вчилися онлайн або не вчилися. На «за» і «проти» розділились думки щодо дистанційної освіти. Особливо щодо ймовірності застосування цієї форми навчання у новому навчальному році. Про питання на часі у форматі 10 хвилин говоримо з депутатом міськради, головою громадської організації «За рідне місто» Ольгою Бабенко. Пані Ольго, вітаю. Здравствуйте. За вікном літо, час канікул, а ми, як не дивно, говоримо з вами про школу. Зокрема, про вашу депутатську ініціативу виступити проти дистанційної освіти. Она стала депутатской буквально вчера, после того, как я заявила на сессии, обратилась к мэру нашего города, к профильному департаменту образования, к депутатам, ко всем, чтобы мы совместными усилиями смогли конкретно для города Кривой Рог разработать дорожную карту, с помощью которой бы наши с вами криворожские дети могли пойти 1 сентября в школу. А до того я просто как обыкновенный человек поддержала всеукраинское такое движение, которое выступает против дистанционного обучения на постоянной основе. Не могла не поддержать, потому что моя бабушка преподаватель истории, и я знаю, как никто другой, как это важно, контакт педагога и ребенка. И это не только знания, которыми делится учитель, это эмоциональная составляющая, это социальное общение, это ровесники, возможность обсудить какие-то свои проблемы, становление личности. Психологи знают, и педагоги, и родители, как важно детям находиться в своем социуме, в своем родном, близком и понятном им. И кроме того, мы же понимаем, что далеко не все родители обладают знаниями, умениями, чтобы стать учителями своим детям. Потому я не могла не присоединиться к этому движению. И на сегодняшний день вся наша команда занимается тем, чтобы мы могли достучаться до самого высокого уровня, до Верховной Рады Украины, до Министерства образования и науки, до Кабинета министров Украины, чтобы услышали голос всех граждан Украины, всех родителей, не только школьников, но и студентов, которые озабочены и очень переживают, чем же закончится это все. Неужели и 1 сентября наши ребята останутся дома и будут так называемо получать образование, которые, мы понимаем, не могут им дать родители, и не могут те же педагоги, не имеют той возможности на должном уровне обеспечить их знаниями. До вас звертались батьки чи вчителі? Очень большое количество людей. Вы даже не можете себе представить этого резонанса. Уже на сегодня 3 петиции по обращению к президенту с просьбой отменить это, с просьбой не допустить того, чтобы были закрыты школы, потому что мы же очень понимаем, какая тонкая грань между тем, что это удобно, и между тем, что это большая экономия. И можно потом сократить педагогический состав, можно сократить количество школ, можно ограничить многих детей возможности получить очное образование. Это очень тревожный звоночек, и нужно нам всем, нашим сообществам, наблюдать за этим и не допустить этого. Потому что при всех опасностях и при всех нюансах, которые принес коронавирус всему миру, ну, по индексу, глобальному индексу развития, мир впервые за 30-летнее наблюдение за этим индексом просел. Именно от того, что самый большой и сильный удар получило здравоохранение, образование и бизнес. Дети самые незащищенные в этом смысле, дети из семей, назовем так, малоимущих, неблагополучных, потому что же без сомнения у них не будет средств ни для Wi-Fi, ни для компьютера, ни для какого-то смартфона, ни родители не смогут обеспечить им дополнительных репетиторов. Более того, скажем, большой процент деток у нас имеют бесплатное питание, и нельзя не понимать того, что для семьи это большая поддержка, и дети даже этого будут лишены. Это серьезный и важный вопрос. Можно говорить и сравнивать нас со странами, с развитыми экономиками. Наверняка в Британии это легче, может быть, в Соединенных Штатах, но я читала о том, что даже в Испании очень большой процент детей останется без образования, потому что их родители не смогут им обеспечить дистанционное образование. И они уже в очень юном возрасте должны будут работать. Якщо говорити про конкретні справи у цьому напрямку, бо ті, хто приймає таке рішення, вони далеко від Кривого Рогу, як достукатися, на вашу думку?
Вот мы все вместе, только все вместе, объединившись, кричать со всех сторон, донести позицию родителей. Наша задача только в этом. Я вижу миссию в том, чтобы мы смогли и от те люди, которые, так называемые наши менеджеры, которых мы наняли для себя, министров, я считаю это так, они должны работать на благо всех нас, на благо наших детей, конкретно Министерство образования и науки, чтобы они решили эту задачу со звездочкой и нашли способы, при помощи которых все ребята будут в равных возможностях получать образование и идти дальше в своей жизни. Добре, часто, коли говорять про дистанційну освіту, наводять приклад тієї ж Європи, але порівнюють вже з вищими закладами. Конечно же, о том и идет речь. Ну, каким образом может ребенок в любой нашей сельской местности сравниться с ребенком, у которого доступны компьютеры самые современные, там уже используют искусственный интеллект, а у нас еще не во всех деревнях есть газ. Поэтому это разный уровень, разные страны, и невозможно это сравнивать даже. Даже у нас в городе совсем не все дети имеют этот доступ, и совсем не все учителя. Только 20% учителей имели возможность, чтобы преподавать дистанционно. Мы понимаем, какое количество учителей просто не вели уроки. Мы понимаем, какой процент детей за них родители делали в лучшем случае домашние задания, переписывали или просто игнорировали, не занимались этим ничем. Это вылезет мы ощутим это гораздо позже, конечно, когда будет поколение потерянное, без образования, без возможностей становиться врачами, в которых мы нуждаемся, юристами, инженерами. Это все будут люди, к сожалению, физического труда, потому что они не будут уже равны со всеми другими детьми мировой цивилизации, скажем так, потому что они не получат должного образования. Пані Ольго, читала під вашим антидистанційним постом коментарі. Більшість хвалює, а є ті, що звинувачують у піарі. Чому ви взялися за цю тему? Не обвиняю только того, кто ничего не делает. Это, естественно, в политике и закономерно. Я взялась за это, я же повторяю, только потому, что я вижу у своих коллег огромные проблемы. В семье есть, у которых трое деток, которые не имеют средств обеспечить каждого ребенка компьютером. Есть семьи, у которых их почти 17% в нашей стране потеряли работу. И родители не смогут находиться дома с детьми. Им нужно будет где-то зарабатывать, искать себе, скажем так, детей как-то кормить. Я уже молчу про компьютеры, смартфоны и так далее. Потому здесь это голос людей. И если не мы, то кто же тогда его донесет туда, куда нужно? Є такий вислів «критикуючи, пропонуй». Ваше бачення процесів, як може бути, коли діти підуть у вересні до школи? Очень большое количество примеров на сегодня. Это, конечно же, задача наших министров изучить, но то, что я вижу, пишут там же нам в интернете из Израиля о том, что кластерно происходит обучение, детей не пересекают между собой разные классы, сокращают количество детей в классах, дезинфекция постоянная рук, ношение масок, проветривание, тестирование в Германии. Детки два раза в неделю проходят тестирование. Это, конечно же, какая-то нагрузка финансовая, но тем не менее это защищает этих детей и от заражения, от того, что они полноценно получают образование. То есть в Румынии дети учатся, в Исландии дети учатся, восстановлено в Германии, в Австрии, в Израиле. То есть огромное количество стран, которые точно так же перенесли и переносят эпидемию, ищут выходы, и мы, опираясь на их опыт или найдя свои ответы на эти вопросы, мы можем тоже обеспечить и дать возможность детям получать образование. Сьогодні доволі часто під час брифінгів можна почути про шанс користуватися можливостями, які дає криза. На вашу думку, хто може скористатися насамперед? Очень такая интересная, глубокая фраза, но, опять же, не для нашей страны. Это для тех людей, которые в странах, в которых заботятся о своем бизнесе, о своих детях. Там, конечно же, огромная поддержка государства в период кризиса. Многие даже смогли развиться, многие смогли сохранить весь трудовой коллектив и его расширить благодаря разным формам поддержки. У нас, к сожалению, бизнесу очень тяжело, и мы видим, какой процент закрывается малого и среднего бизнеса. И еще, к сожалению, мы это понимаем, закроется, потому что покупательская способность упала. Очень большое количество людей потеряло работу за это время.
Я уже молчу про ЖКХ и все остальное. Какие здесь у нас шансы? Очень сложно их там увидеть. Ну, мы находимся на том уровне, пока на котором мы и находились. И каких-то глобальных улучшений предсказать очень сложно. Кроме затягивания поясов у людей еще туже. И изыскания откуда непонятно уже этих средств для того, чтобы просто выжить. Потому очень хотелось, чтобы, да, для кого-то это был шанс. Но я очень настороженно отношусь к этому. И мы наблюдаем и в медицине, как тяжело все, каким дается это все ресурсом, сколько людей, волонтеров включено в этот процесс, а самостоятельное государство не может это преодолеть. Про образование, опять же, мы говорим, что не обеспечено это технически, технологически, это не история Украины на сегодня, дистанционное образование. И более того, я скажу, мы уже столько лет Украина, мы шли к инклюзивному образованию, о том, что все дети должны быть в социуме. Даже детки, которые со сложностями, которые особенные. Мы же столько делаем для того, чтобы мы понимаем, как это важно, не говоря, чтобы их закрыть в их нольках, в коробочках, где они бы сидели и смотрели весь день в экран компьютера и ждали какого-то оттуда каких-то знаний. Мы же понимаем, что этого просто не будет. Пані Ольго, дякую вам за розмову, що ви завітали до нашої студії. Це була програма «10 хвилин». У студії працювала Яна Чеботаренко. Вже завтра новий гість з новою темою. На все добре!